Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Обливион. Продолжаем выполнять задания Темного Братства. Кровавые, циничные, но очень крутые. В последней серии мы выполнили, наверное, самый сложный контракт за все время нашей игры в эту серию игр. Мы убивали бывшего главного следователя по делам Темного Братства. Потому что он ушел на отставку, и его особо никто не защищал в отставку, конечно же. Так, теперь нам нужно получить новое задание Тачива и посмотреть, что же оно от нас хочет. Я думаю, это будет еще более зубодробительно, но по-прежнему очень круто. Не знаю, посмотрим. Так, Тачива. А, ассасин, мне нужно поговорить с тобой, это очень срочно. Курьер Темного Братства только что доставил запечатанное письмо. Я узнаю такой тип послания. В нем содержатся тайные приказы. Оно адресовано тебе. Это от Люсьена Лашанса. А так как я, что ли? Тебе нужно немедленно распечатать и прочесть письмо, и выполнить инструкции. Похоже, сама Черная Рука дает тебе задание. Круто. Так, письмо. Письмо. Ликвидатор. За короткое время тебе удалось хорошо послужить Темному Братству. Скорость, с которой ты делаешь карьеру, поражает воображение. Теперь твои услуги нужны самой Черной Руке. Тебе нужно как можно быстрее добраться до моего жилища в развалинах форта Фарагут. Это в лесу к северо-востоку от Чейденхольского убежища. Там мы обсудим твое новое особое задание. Подчеркиваю. Тебе нужно как можно быстрее прибыть в форт Фарагут. Невидимые силы пытаются разрушить Темное Братство. Черная Рука надеется, что ты предотвратишь катастрофу. Не говори об этом послании никому в Чейденхольском убежище, в том числе о Чиве, и не упоминая о путешествии в форт Фарагут. Кроме того, знай, мое жилище охраняется, часовые атакуют без предупреждения. Пробейся сквозь эту защиту, и тогда у тебя будет право навестить меня в моем доме. Люсьен Лашанс. Такое ощущение, что это... Мне нужно, а не ему. Ну, ладно. Так, Люсьен Лашанс приказывает мне встретиться с ним в форте Фарагут, который находится в глуши на северо-восток от убежища Темного Братства. Очевидно, у него для меня особое задание. Это все хорошо, но наш голод не дает мне покоя, поэтому мне нужно пробраться тайком в чье-то жилище. Сколько сейчас времени вообще? 9 утра, давайте пойдем переночуем до вечера, как раз маленько восполним жизнь, я надеюсь. А вечером пойдем поедим местных, а после этого уже направимся по заданию. Ничего, задание подождет. Так, наша лежанка. Поспим, 12 часов. Я думаю, это будет интересно, но очень сложно. По крайней мере, хочется надеяться, что не настолько сложно, как предыдущее задание. Но там было скорее не то, что сложно. Там нужно было очень много времени уделять, именно следить за тем, как двигается наша цель, выждать время и всадить ему стрелу в затылок. Но я поступил немного иначе. Ладно, не важно. Да пошел ты, прочь от тебя. Я с ним точно говорю, когда-нибудь поквитаюсь. Так, хорошо. На дворе ночь. С какого-то из этих домов, вот с этого дома мы уже питались, тут были собаки. Давайте... как-то ты не очень хорошо тут стоишь. А, кстати говоря, блин, мне бы надо вернуться. Давайте быстренько вернемся, потому что отмычек у меня вообще нет. У меня одна отмычка. И в случае чего я просто... Ничего не могу сделать. И, кстати говоря, нужно будет поговорить именно с тем товарищем. Когда я вижу тебя, брат, мое сердце наполняет... Так, где наш котик? Орк. Так, явно не тут. Нужно найти этого Каджита, купить у него отмычки и уходить отсюда. И будет темный дар самой матери. Ой, да ладно. А вот и он.
Опять ты? О, Ситис, я не могу... Так, берем все 30 отмычек. Я был слеп... Забер... Все, уходим. Вонючий примат. Вонючий примат. Короче говоря, с отмычками, в принципе, в последнее время не получается еще и потому, что, как я и говорил, у меня мышка вот так вот постоянно вибрирует. Из-за этого очень много проблем тоже. Так, стражник не ушел. Давайте мы тогда наведаемся в этот дом, что ли. Дом у Тимбара. Здесь он спит там уже. Ай. Да что ж такое. Так, один готов. Да блин. Так, и последний. Как тут вообще не особо идет, да? Постоянно соскакивает по-быстрому. Да что ж ты. Ну, наконец. Да. На геймпаде я пробовал играть в Oblivion на Xbox. На геймпаде это делается, по-моему, гораздо более удобно. Ну, конечно, дело привычки тоже. Так, Zero. Дом кто есть? Что-то как-то они кушали, тут просто жор, похоже, был. На стуле лежит лук. Так, здесь, похоже, один человек живет. Блин, вообще никого дома нет. Давайте хоть ко мне душ поворуем. Так, ну и что? Долго его ждать? Нужно спрятаться куда-то под потолок, как делают вампиры. Или вот сюда, что тоже неплохо. Блин, я не могу ждать, оказывается. Отлично. Ну и где же он? Это подвал есть, нет? Может, он в подвал ушел? Так, хорошо. Тут как-то у нас покушать не вышло. Давайте подождем снаружи, может. Пару часиков. Может, тогда придет спать. Так, и сейчас у нас получается уже... Вам снится, что пожилая знахарка обрабатывает ожоги на ваших руках. Она смазывает вашу кожу мазью, вы чувствуете пощипывание магии, и боль начинает отступать. Но затем вы видите, как плоть на ваших руках начинает вздуваться, лопаться и расслаиваться, падая ошметками на пол хижины. Колдунья улыбается, и вы просыпаетесь. Где кошмары вампирские, они любого дурачком, по-моему, сделают. Так, час ночи. Ты пришел там? О, Тимбар. Спит. Наконец-то покушаем. Это сны такие, это явно не к добру. Смотри, суровый воин, да, какой-то? Так, маленько покушали. Даже не заметил. Так, что у него есть? Ключ не подошел. Ой! Ладно, никто ничего не слышал. Хорошо. А чего же этот ключ? А дом, наверное? Ладно, возьмем. Хотя давайте оставим, что нам его таскать с собой. Потеряет еще, будет беспокоиться. О, хорошо. Блин, это яд какой-то он настраивает.
Давайте, что ли, подлечимся маленько. Главное, что жажду утолили, и теперь можно спокойно двигаться уже по заданию Акаке. Далеко вообще, нет? В какую там сторону? На северо-восток. Очень близко. Ну и, насколько я понял, это будет очень непросто, да? Так, хорошо. Выходим к восточным воротам. Погнали. Так, а вот тут на пригорке где-то уже и есть наш форт. Это там кто? Олень, что ли? Еще олень. Полно их тут. Блин, луна тут, конечно, просто, ну вообще. Так, мы подходим, пора прятаться. Вот эта музыка почему-то напоминает Звездные войны. Не знаю чем. Так, ну мне, я так понимаю, просто нужно войти, а там уже будем разбираться. Вход никто не пасет. Похоже, что никто. Фу, самое главное, подкрепились. Нормально. Теперь я слышу тут дофигища скелетов. Как минимум троих слышу. Пошла. Смотри, живой еще, что ли? Потеряли. Не очень хорошо, что с первого удара не убиваем, даже в стелсе. Так, нам пора воспользоваться зрением охотника. Он нам тут сильно пригодится. Интересно, оно нежить засекает? Так, ну, где-то тут. Офигеть. Будем искать другой проход. Хорошо. Ловушка тут, я так понял. Вполне себе. Блин, я ненавижу эти замки. Эй. Так, первый пошел. Вот сейчас можно было. Второй. Третий.
Здесь надо быть осторожным, я тоже чувствую, что что-то будет. Но не убивает, вот что плохо. Первая, вторая. За что люблю скелетов? Так это за то, что стрелы от них отлетают. Потом можно подобрать. Не ломаются. Поблизости никого не видать. Ловушка. Тупик. Так, ну хорошо. Это мы допустим. А я могу его спровоцировать, нет? Нет. Ты один? Ох, моя внимательность, это просто что-то с чем-то. Так, хорошо. Железный брать не будем, толку дать. Так, ну и мы... это что такое еще? Этого не хватало. Мы подходим туда, куда нужно. Тихо, тихо, тихо. Блин, да ж... Я же к краешку хотел подойти. Здесь, похоже, примерно начиная отсюда, вот уже идет невидимая пропасть. Поэтому... Окей. Здесь может быть ловушка. Это мы знаем. Так, это один тут такой красивый, да? Нет, у вас там двое. Первый пошел. Второй. Тот не услышал, хорошо. Пока чисто работаем. Получается. Я думал, будет сложнее. На самом-то деле. Только я стрелу вторую потерял. Вот зрение мне, конечно, сильно помогает. Так, ну ладно, потерял стрелу, короче. Совершенно незаметно стоит нажимная плита. И совершенно незаметно эти вот шипастые шары в цепях. Хорошо. Вон тот вроде как обычный. Ну, то есть просто стоит. Да. Так, ну что, черная рука. Я ждал тебя, ассасин. Мы с тобой некоторое время не общались, но я прекрасно осведомлен о твоих успехах в темном братстве. Вот почему я послал за тобой. Боюсь, у нас возникла проблема. Пришло время испытать как твой талант, так и твою верность Ситису. Черная рука узнала, что в темное братство проник шпион. Кто он и каковы его цели, нам пока неизвестно. Интересно. Мы только знаем, что между этим предателем и убежищем в Чейденхолле есть какая-то связь. Убежище осквернено и не подлежит восстановлению. Известно, что этот предатель в наших рядах уже давно. Он начал действовать еще до твоего вступления в братство.
Это снимает с тебя все подозрения. Так, что ты предлагаешь? Слушай внимательно, дитя Ситиса. Тебя избрали для исполнения древнего ритуала, известного как «Очищение». Все в этом убежище должны умереть. Все? Офигеть. Тебе придется нарушить один из догматов, что все мы поклялись соблюдать. Я знаю, это неожиданный поворот событий, но необходимы жесткие меры. Ачива, Винсент Вальтиери, Антуанетта Мари, Гагрон Гробалмок, Телиндрил, Мрадждар и Тайнава. Все эти члены нашей семьи должны умереть. Ёлки-палки. С этого момента тебя более не связывают пять догматов. Ситис простит тебе любое убийство и любое воровство, пока ты служишь черной руке. Когда обряд очищения будет завершен, вернись ко мне сюда, в Форт Фарагут, и мы обсудим твое будущее. Теперь возьми эти особые дары. Они очень помогут тебе. Один из них — отравленное яблоко, другой — свиток вызова. Удачи, душитель. Не, ну это хорошо, конечно, все. Отравленным яблоком я точно пользоваться не буду. Я считаю, что это низко. Все-таки мы с ними сколько вместе работали. Поторопись. Убежище должно быть очищено. Предательству нужно положить конец. Ну, приказ есть приказ. Нормальный поворот, да? Просто, блин, огорошили. Убить вообще всех. С одной стороны, нужно будет действовать по-тихому. В первую очередь мы убьем Ачиву и Винсента. С другой... Блин, я к ним привык уже. Так, ну сейчас посмотрим, что с этим совсем можно делать. Я думаю, это будет очень непросто. Потому что там одни высококлассные воины. Так... Я думаю, там никто не подозревает о том, что мы собрались сделать. Ребята, у вас проблемы. Сколько времени-то? 6 утра. Винсент, по идее, как раз должен спать. Ачива спит. Так, ну это печально на самом деле, но что поделать. Приступим. Начнем с тебя, дрожащий друг. Да, силен. Почему, брат? Почему? Так, там что? Ачива пришла, что ли? Да он нас сейчас просто свинтит. Ну да. Интересно. И что же мне тогда делать? То есть я его могу зарезать? Нет, я его не могу зарезать, скорее всего. Забирай. Мне это все равно не нужно. Он заметил, что мы его воровать пытаемся. Я единственное не понял то, что когда мы с ним воевали, Ачиву, похоже, это заметила. Давайте еще раз попробуем. Вообще отвратительно. Я тебя не боюсь. Нет. Да, без шансов. Он нас просто рубает.
Хорошо. Придется, короче говоря, действовать не по чести. Первым делом нужно пойти в казармы. А если Ачиву убить? Ачива, я думаю, будет более легким противником. Хотя не факт. Он все-таки предводительница. Ну вообще, да, полегче. Почему, брат? Почему? Мать ночи, я молю тебя. Никто ничего не заметил? Доспехи скрытности. Повышение скрытности на 8. Неплохо. Записка Ачиве от Телендрил. Давайте посмотрим. Возможно, она и была предательницей. Достопочтенная Ачива, в соответствии с твоими распоряжениями, сегодня я покину уединение убежища и буду выполнять следующее. Ларидас и Сандас, я буду в Лейявине. Там я буду следить за всеми кораблями, прибывающими в имперскую провинцию. По возвращении в убежище я предоставлю доклад о том, какие корабли отправились на север в имперский город. Тирдас, этот день мне нужно провести в Чейдинхолле, в заведении, известном как таверна Чейдинхольский мост. Там мне нужно следить за горожанами и докладывать о тех, кто, по моему мнению, представляет опасность для убежища. Турдас, я останусь в Чейдинхолле и буду наблюдать за входом в убежище. Мне нужно немедленно доложить о любых подозрительных действиях. Я благодарю тебя от всего сердца, Ачива. Ты не ошиблась, решив использовать мои способности к шпионажу на пользу братству. Понятно. Печально. Ачива точно ни в чем не была виновата. Так, ну что, давайте мы ее спрячем куда-нибудь. Так, тихо. Похоже, я таки спалился, да? Я сейчас начну ее бить просто и, ну, какого хрена, собственно. Вот, смотри, какая она сильная. Она меня быстро разберет сейчас. Почему, брат? Почему? Ах, Сирис, спаси меня! Мать ночи! Так. Я молю тебя о пощаде! Почему, брат? Почему? Короче... Короче, что я хочу сказать. Нужно валить отсюда, потому что позиция довольно хреновая. Сейчас пытаюсь подлечиться. Надеюсь, сюда больше никто не придет. А потом уже разбираться с Винсентом там. Винсент и Орк, я так понимаю, больше всего проблем доставят нам. Так, хорошо. Ну, я думаю, все-таки придется призвать духа, которого нам советуют, которого нам дали. Не знаю, что уж. Раз такие сложности, раз все такие сильные. Необычно, да? Нормально такие воины. Что Ачива, что это? Винсент так вообще рвет всех просто. Своим мечом. Так, все. По жизням нормально. Теперь... 120 секунд. Хорошо. Так, костюм. Они, в принципе, одинаковые, похоже. Я-то думал чуть получше. Так, Т1. Мы сохраняемся. Используем духа.
который перегораживает нам обстрел. Начинаем стрелять. Да, причем коряво стрелять. Блин, я в духа попал. Почему, брат? Почему? Давай покончим с этим. Мать ночи, я молю тебя о почте. Почему, брат? Самый почему? Сильный. Так, убил. Винсент Вольтьери мертв. Если мне нужна более подробная информация о вампиризме, мне придется искать ее где-нибудь еще. Отлично. Спасибо. Блин, ну это все просто какой-то, я не знаю, цирк и клоуны. Короче говоря, дух, иди куда-нибудь вот сюда к нему. То, что я в духа попал, похоже, духу не очень понравилось. Зачем ты это делаешь? Отойди. Хорошо попал, кританул. Мать ночи, я молю тебя о пощаде. Так, блин, во второй раз у нас так хорошо не идет уже. Да. Да елки-палки, сколько я с вами париться-то уже, блин, меня это напрягать начинает. Так. Так. Мать так. Мать, я молю тебя об... Так. Вали, ували. Что? Сейчас ты упадешь и... Да, замолчи, упадешь. Так. Я надеюсь, ты не будешь больше на меня кидаться. Я думаю, еще серьезные проблемы будут с орком. Так, клеймора, конечно, неплохая. Дальше мы и не пользуемся. Так, он тоже, похоже, был лоялен к братству. Его мы тоже зря убили. Но что поделать. Чистка такая серьезная идет, да? Писка Ачиви от Винсента. Давайте посмотрим. Ачива, будь проклята эта дура Антуанетта и ее кулинарные эксперименты. Мало того, что ее стряпня страшно воняет, так на прошлой неделе она сотворила особенно омерзительное блюдо, состоящее из мандрагоры, лука и чеснока. Чеснока! Я много раз говорил ей о том, как опасно для меня это растение, но, очевидно, она не вняла моим наставлениям. Мой организм очень странно реагирует на чеснок. Я столько странствовал, прочитал столько книг и ни разу не встречал других вампиров, которые также бы реагировали на чеснок. Правда, во многих легендах говорится, что все вампиры обладают врожденной непереносимостью к чесноку, но это не так. Насколько я могу судить, мой случай уникален. Контакт с этим растением приведет к катастрофическим последствиям для меня. Я потеряю значительную часть силы и стойкости, и боюсь, моя сопротивляемость магии полностью исчезнет. Ачива, ты хозяйка этого убежища, пожалуйста, приструни Антуанетту. Она наша сестра, и я люблю ее. Но если она будет и дальше пренебрегать моей безопасностью, то я не отвечаю за свои действия. В догматах ясно говорится о том, что члены семьи не должны убивать друг друга, но мне не нужно напоминать тебе, что догматы не запрещают мне лишить Антуанетту пары пинт ее драгоценной крови. Винсент. Вон оно что. Я думал, заговор какой. Так, хорошо. Вот это неплохо, кстати говоря. Это нам пригодится. Так, ну что, пойдем дальше чистить. Не могу сказать, что мне дико их жалко всех. Просто потому что... Убийцы. Есть убийцы. Так в свое время в Скариме... Многие жалели этого шута, как его там звали. Но надо понимать, что такой путь
примерно это и предполагал. Так. С тобой, интересно, я... Вполне неплохо. Кто же стучал? Хорошо вошло. Так, что дальше? Кто же стучал тогда, получается? Не орк? Каджит, что ли? Хорошо, кстати, что Антуанетта убежала туда, потому что сейчас, если бы она была тут, было бы вдвойне сложно. У меня, кстати, новый уровень. Надо будет как-нибудь потом поднять. Так, ну что, вот и ты, Каджитка. Если, конечно, крыс еще на меня накинется. Потому что ты называл меня грязным приматом, а тебе я точно сожалеть не буду. Да, похоже, и не он. Блин, да что происходит? Крысы и скелет как-то не особо к этому относятся, да? То есть... Не нервничает по этому поводу. Ритуал дракона. Неплохо. Зуб дракона. Урон огнем 40 единиц. Вполне себе. Так, вот. Письмо опортился. Так. Давайте почитаем. Мой прекрасный друг, у меня для тебя есть подарок, подарок которого достойна лишь королева теней. Мои умения и отвага бледнеют на фоне твоих. Только ты достойна такой награды, а я удостоюсь чести служения тебе. Я дарю тебе лук Хотлара, короля нордов. Ходили слухи, что Хотлар, царствующий долгие годы, был похоронен высоко в горах к югу от Вайтрана. Его боевая броня, названная по имени мифического ледяного дракона, что определил судьбу Хотлара, представляет собой одно из самых лучших кованых изделий в истории Тамриэля. Это честь для меня, что теперь ты владеешь луком Хотлара. Хоть по справедливости тебе должны были принадлежать все доспехи и оружие, заклятые ледяным драконом. Возможно, эта цель не так уж недостижима. Я узнал, что другие фрагменты полного комплекта находятся у владения жителей Сирадила. Ищи лидера компании «Черный лес» Ризакара и порази его своим острым клинком. У него есть три части этой великолепной брони, не меньше. И главное, он обладает самым лучшим из доспехов Хотлара, знаменитым нагрудником «Спаситель дракона». Он не достоин носить себе драгоценный металл, делишки которые проворачивает Рикозар. В конце концов, поставит и тебя, и гильдию в рискованное положение, поскольку он никак не покончит с борьбой в гильдии бойцов, с гильдией бойцов за передел сфер влияния. У него есть контакты с контрабандистами Чернотопия, я подозреваю, что с их помощью он добыл эти части доспехов Хотлара. Моя дорогая повелительница ночи, рассчитывая на твоего скромного слугу, который, не колеблясь, прольет кровь до последней капли, будь на то твое желание. Если тебе понадобится помощь, пошли гонца в почтовый город Лейявин, где я буду ждать весточки от тебя, наслаждаясь лучшими портвейнами, что можно достать на этом свете. Без тебя рядом, без взора твоих глаз, единственным утешением для старого пирата в этом мире служит глоток сладкого и густого напитка, напоминающего о твоем дыхании запахи. Понятно. Письмо надо сохранить. Потом по этой броне походить. Так, что за лук вообще? Ну, понятно, Мафри Квинга покруче. Подожди, урон холодом 20. Урон огнем 10. Ну, в принципе, сопоставимо, конечно. Но сравните. Этот лук, в принципе, неплохой. И этот.
Здесь еще уязвимость к холоду идет. Не знаю. И вот эти вот. Мне он тупо внешним видом гораздо больше нравится. Так, зуб дракона. Нам сейчас, кстати, хорошие такие стрелы пригодятся, потому что враг у нас остался просто страшный. Так, стрела мороза. Стрела света. Это нам тоже пригодится. Этот сундук мы пока не открываем, потому что не убили его владельца. Это тоже где-то тут гуляет. Я, кстати, не вижу, где именно. Так, Аджит. У Аджита нет ничего хорошего. Так, ну и что остается? Остается орк. Я, честно говоря, не верю, что он мог быть предателем. Твой отказ разбил мне сердце. Скажи мне, что делать, чтобы завоевать твое сердце. Я буду убивать троллей, ходить по шипам, поститься неделю. Пожалуйста, не вычеркивай меня из своей жизни. Ты нужна мне больше, чем солнце цветку. Несчастный влюбленный. Возьмем. Так, ну что, осталось найти тех ребятушек. В принципе, я думаю, сегодня можно будет заканчивать, потому что мы и так страшных дел тут натворили. Понятно. Их там двое как раз. Высший эльф. Или подожди, нет. А куда высший эльф подевался? Я, честно говоря, не помню, но... Вот орк. И сейчас этот орк будет мне стучать. Да. Застрял. Повезло. Так, эти стрелы экономим. Но вывезли нас, да? Секиры кормления. Такие вещи нам пригодятся. Я, правда, не знаю, куда их девать, но пригодятся. Кираса черной змеи. Так, у меня сейчас перегруз будет. Я не могу это взять. Ну, вот это могу взять, я думаю. Сейчас... Подожди, вот это мне пригодится, возможно. Это все легкие доспехи, может мне это на себя надеть? Вот тут скрытности нет. Блин, я хочу все это взять, но я не уйду никуда с таким перегрузом. Так, а что у меня квест пишет? Квест у меня не пишет ничего. Не знаю, давайте выкидывать ненужные вещи. По оружию на что не нужно? Это нужно. Клинок горя нужен. Секира нужна. Теневую охоту можно продать. Стоит не очень уж много. А весит 8. Вернее, не продать, а выкинуть. Потом. Вообще нужно вот с этих начинать. Так, так. Лючики у нас ничего не весят. Весы оставляем. Гриву можно было бы выкинуть, но ладно, пусть будет как память. Урну серебряную. Выкидывать-то по сути нечего. Ну, давайте что ли избавляться от всякой ерунды. Смотрите, какие цены, да? Вот так оставим. А, блин, все равно надо что-то еще выкинуть. Вот еще зелье одно. Вот так вот. Так, ну что, давайте посмотрим, что же у нас находится в ящике этого орка. Возможно, это прояснит нашу ситуацию. Кто же из них был предателем? Я, честно говоря, думал на Хаджита. Больно уж он подлый.
Но похоже, что нет. Крылатый кинжал. Блин, красивый. Но не могу я его взять. Ладно, это все придется оставить. Самое главное, что никаких улик. Хорошо, я думаю, я сюда вернусь потом, когда с этим совсем покончим. Так, что у нас по квестам теперь? Получил особое задание. Очищение. А чего убили? Винсента убили, Антуанетту убили. Этого убили. Телендрил у нас осталось. Вот где она, я, честно говоря, не знаю. Ушла, похоже, на задание. Мрадждара. Так, все понятно. Ну, как бы там ни было, давайте мы на этом закончим, наверное. Потому что вот сейчас давайте посмотрим. У нас, похоже, единственный путь ведет из убежища. Ну да. Мне нужно переночевать, поднять уровень, как-то что-то решить с этими припасами, чтобы их продать. То есть слишком много вкусных вещей остается. Меня начинает душить жаба. Но, как видите, задание было довольно-таки неожиданное. Я думаю, мы подбираемся уже к финалу, к развязке за Темное Братство. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, такие квесты, конечно, не каждый день встречаются крутые. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось, потому что это было достаточно головомойно, но при этом очень круто. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.